Ван Сапата против Муслера. Разбег, удар воротом, сильно, мощно под перекладину. Вот это то, что нужно. 1-0, сильно, мощно, верхом попал по воротам. Кавани против Оспины. Гол! Да, посмотри. Это гол! Это и причем гол. Угадал Оспина. Да, Оспина был близок. Дэвинсон Санчес против Фернандо Муслеры. Похожим на удар Кавани, да? Это было, да, это было здорово. Мина. Он так пытается еще воздействовать психологически на вратаря соперника. Вот такой вот разбег, удар! И пробивает все-таки вратаря. Достает Муслера. Ну и, конечно же, танцы. Куда же без танцев колумбийских? И мадридского Атлетико. В этом сезоне удар поворотом, ну тут абсолютно все, спокойно все развел порядке, он, да. Мяч и вратаря. Удар поворотом. Мигель Борха. Мигель Борха точен. Но это не максимум того, что он может показать. Вот сейчас отличная передача, выход к воротам. Вышел и Галиндес тоже за пределы штрафной. Пустые ворота, надо забивать Аргентине. Удар и все-таки мяч в сетке. Месси, конечно, гениально сыграл, потому что с его техникой, с его божьим даром он мог бы и сразу пробить по воротам, да? Тем более, что голкипер был вне поля зрения. Видел все равно изначально, что там партнер находится, и после этого сделал отличный пас. Очень важно не давать Эквадору вот так здорово разыгрывать мяч, как это было еще минут пять назад. Инкапием. Чуть было не потерял, заставили его здесь ошибиться. И опять выход к воротам, можно забивать. Удар, гол в девятку, убил паука. Лаутаро Мартинес, Месси, вторая голевая передача сегодня. И второй гол нападающего Интер на этом турнире, 2-0. Можно было, скажем, Галиндеса тоже немножечко пошутить. Зачем-то отдавал молодому. Но, с другой стороны, этот молодой, в общем, уже играет с первой минуты, да, и уже не первый раз, поэтому... Есть шанс закрыть очень эффектный счет в этом противостоянии очередным голом красавцам. Удар Месси! 3-0. Второй раз на этом турнире Месси реализовывает штрафной удар. Абсолютный лидер по этому показателю. Вообще никого рядом нет. Тут расступились аргентинские футболисты, присели, чтобы обеспечить этот коридор для мяча.